Всем привет! Сегодня обзор на соковыжималку Rondel RDE1501. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Rondel RDE1501 – центробежная соковыжималка. Как и все центробежные соковыжималки, она дает более прозрачный сок, который быстро расслаивается. Соковыжималка подходит для всех видов фруктов и овощей. Аппарат сначала измельчает мякоть овощей и фруктов на мелкой терке, а затем вращает жмых на большой скорости, под действием центробежной силы отделяя сок от мякоти и распределяя их по разным емкостям. В результате у вас получается чистый свежевыжатый сок. Купите соковыжималку RDE1501 и наслаждайтесь вкусом полезных напитков каждый день. Узнать актуальную стоимость этой соковыжималки вы сможете, заглянув в описание под видео. Там я оставила ссылки на самые выгодные предложения в интернет-магазинах. Соковыжималка RDE1501 с максимальной мощностью 1200 Вт позволит вам начинать каждое утро с вкусных и полезных напитков, приготовленных из свежих овощей и фруктов. При этом вам не придется предварительно нарезать плоды. Диаметр загрузочного отверстия составляет 85 мм. В него легко проходит даже целое яблоко. Корпус и фильтр прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует устройству долгий срок безупречной службы. Вы можете выбрать один из двух скоростных режимов. При включении соковыжималки загорается специальный световой индикатор, который оповещает о ее готовности к работе. Прибор оснащен двумя пластиковыми контейнерами для сока объемом 1,1 литра и для мякоти объемом 2 литра. Функция реверса позволяет прочистить шнек при появлении заторов для продолжения выжимания сока из фруктов и овощей. Противокапельная система делает использование устройства особенно комфортным. Двигатель соковыжималки имеет двойную систему блокировки, что исключает случайное включение прибора. В случае перегрева устройство отключается самостоятельно. Я проанализировала отзывы реальных покупателей и выделила основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Быстро забивается сетка. Нет щеточки для мытья. За раз можно пропускать не более 500 грамм. Может быть влажный жмых. А вот что покупатели оценили больше всего. Просто собирается и разбирается. Две скорости. Широкая горловина, пролезают фрукты целиком. Мощная. Красивый дизайн. Работает тихо. Защита от перегрузки. Противокапельная система. Удобно мыть. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!